22 ноября. Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавка показал кадры, на которых запечатлена раздача еды голодным пенсионерам в Харькове. Раз в неделю власти Харькова выдают местным пенсионерам бесплатные обеды. Украинский политик опубликовал сюжет, где рассказал о происходящем. Каждый раз на акцию щедрости приходит все больше и больше пожилых людей. Пенсионеры стоят в очереди на морозе и едят на улице, где даже негде присесть. Вот так сегодня живут в Харькове после революции, в день ее 7-й годовщины. За счет искажения истории государства не в состоянии прокормить общество, рассуждает Журавка. Эти пожилые люди всю жизнь работали на страну, чтобы заработать пенсию и прожить спокойно оставшуюся жизнь, но в итоге им не хватает даже на пропитание. Позор? Всем тем, кто управляет сегодняшним государством. Позор политикам, которые довели страну до настоящего ужаса и прямого геноцида своих же граждан, пишет Журавка. Эти кадры должна увидеть Россия, Белоруссия и другие страны постсоветского пространства, отмечает автор публикации. Как подчеркивает политик, украинская демократия привела к бедности, разрухе и войне. Экс-депутат Рады говорит, что граждан Украины приравнивают к собакам, которые от безысходности питаются на улице. Вот страшная жизнь сегодняшних пенсионеров в Украине, которых ничего лучшего не ждет завтра, резюмировал Журавка. Вот такие пенсии в Украине, то, что к пенсионерам приходится приходить, и чтобы им помогали, хотя бы продукты передавали, хотя бы кормили и так далее. Это очень тяжело, я вам скажу. Все желающие, кто может помогать нам, будем благодарны любой помощи, продукты и так далее. Ребят, у кого есть пуховики ненужные, куртки, по возможности тоже пишите, не пригодятся. Пенсионеры в легком всем одеты, у них нету ничего. Ну и некоторые люди тоже нужно. Поэтому будем рады любой помощи. Спасибо всем.